И тему продолжим в студии с экономистом, финансовым аналитиком Макбатом Спановым. Добрый день. Добрый день. Ну, вообще, понедельник, 9 марта, выдался очень таким тревожным, непростым днем для, не только для казахстанцев, но и для людей со всего мира. Была ли вообще предсказуемой эта ситуация? И вот ведь сделки ОПЕК плюс не один год, с учетом того, что Россия рано или поздно вышла бы из нее. Ну, вы знаете, здесь, наверное, рассматривать надо в целом, в общем. Рано или поздно, конечно, это произошло бы. Но здесь надо, почему я говорю, надо глубже смотреть. Идет определенная гибридная война в экономике, в военные действия. Рано или поздно это бы случилось. Россия, конечно, выбрала очень удобный момент для нанесения удара по, вообще, по мировой экономике с точки зрения преследования собственных интересов. Я думаю, они выбрали достаточно удачный момент. Говорить о том, что мы, кто-то выиграет от этой войны, я думаю так, проиграешь будут все. В какой-то мере. Но одного бенефициара, победителя, наверное, в этой ситуации не будет. В первую очередь проигрывает население, потому что цены будут очень сильно волатильны, и, естественно, инфляция подстегнет многие экономики. Ну вот российский Forbes даже опубликовал две аналитические статьи на эту тему, и называются они «Коллективное самоубийство», а вторая «Зачем Россия выстрелила себе в ногу». Ну вот и мое личное ощущение после прочтения этих статей, что этот кризис, он больше спланированный. Вот как вы считаете? Я думаю, да, потому что Россия находится под гнетом санкций, естественно, она должна как-то отвечать на те вызовы, которые ставит перед ней мировая экономика, ну, мировое сообщество западное. Естественно, она выгадала момент, и, наверное, удар достаточно серьезный. Но то, что она сама себе выстрелила в ногу, я бы так бы не сказал бы. Видите, политика – это компромисс и искусство возможного. Соответственно, Россия выбирает те методы, которые позволяют ей быть на плаву. С другой стороны, конечно, это в какой-то мере затрагивает достаточно сильно нас. Но опять же, я не драматизировал бы ситуацию, потому что, видите, цена на нефть, она на этот год определяется по средневзвешенному – $55. В начале года, вы помните, цены, они достаточно приближены к этой сумме были. Сейчас она опустилась, ну, 32 плюс там, плюс-минус $5. Естественно, еще до конца года времени много, и будем считать, как говорится, цыплят по осени. В конце года мы уже можем будем подводить итоги. С другой стороны, я вот сегодня услышал слово министра экономики приватизация социальных расходов. Я, честно говоря, первый раз такой термин слышу и понять не могу, как это понять, приватизация социальных расходов. То есть доходы государства, убытки населению. Я вот так это понимаю. Им надо быть очень осторожно с этими словами, потому что это может вызвать определенный диссонанс в обществе. И, естественно, им придется отвечать за это. Но социальные расходы, тем не менее, сокращать не будут. Ну, я бы так не сказал, по-любому, если наполнение бюджета зависит во многом от нефтегазового сектора, а это где-то по разным данным экспертам от 60 до 70%, в любом случае уровень заработной платы, уровень каких-то налоговых отчислений. Я не говорю, что там идут, которые деньги идут напрямую от Национального фонда, о чем говорили, вот назвали сумму 61 миллиард. Я бы сразу бы немножко вопрос здесь поставил, потому что мы знаем, что из 61 миллиарда Национального фонда 22 миллиарда арестованы в США, а 5 миллиардов в Европе, то есть почти 27 миллиардов. Поэтому, да, беспокоиться об этом надо. И делать ставку только на национальный фонд я бы, наверное, бы не рекомендовал правительству. Им надо применять какие-то нетрадиционные меры для того, чтобы не сокращению социальных расходов, а для как бы создания условий для экономической активности населения. А это уже зависит от их мер и методов, которые они будут применять. Но вот мы ежегодно тратим немало средств из бюджета на прогнозы мировых аналитиков. И помните, даже вы вот недавно в моей программе настаивали на том, что они нам все-таки необходимы. А вот получается, что все эти дорогостоящие гуру все-таки не смогли предвидеть подобные развороты событий? Нет, это, наверное, предвиделось, потому что, видите, любой аналитический... То есть наше правительство было готово к такой там ситуации? Нет. Вы же знаете, они рассматривают несколько вариантов тенденции. Это благоприятный, позитивный, нейтральный и неблагоприятный. Эти варианты рассматривались. Единственное, конечно, жизнь носит коррективы. Я говорю, мы будем считать средневзвешенную цену по окончании года, потому что сегодня же, кроме чисто экономических, нефтяных вопросов, мы знаем, что наложилась такая проблема, как коронавирус. Вот это действительно непредсказуемо. То, что касается нефти, это, насколько я понимаю, насколько я знаю, это все просчитывается и все регламентируется. Ну, то, как что, известно, предложение превысило да, спрос. Да. То, что касается, например, цены, здесь, наверное, наши нефтяники немного
я бы не назвал бы это слово химичат, но как бы играют на этой цене. Но, насколько я знаю, себестоимость нефти намного ниже, чем 27 долларов. По данным экспертов, в России и у нас себестоимость нефти, она варьируется где-то в пределах до 20 долларов. Ну, нам известна цена минимальная 27 долларов за баррель. А почему вот Казахстан изначально еще на входе все-таки поддержал сделку с ОПЕК? И если бы вот мы все-таки не вошли в этот альянс, сегодня ситуация могла развиваться как-то по другому сценарию? Нет, мы могли бы не войти, но другой вопрос, что мы являемся членами ЕАЭС, являемся союзниками России, во многом экономическую политику Казахстана, как Россия, как крупнейший партнер, около 20% внешнеторгового оборота определяет Россия. Мы, ну, я бы сказал, вынуждены поддерживать по некоторым позициям. Плюс, видите, вся инфраструктура, ну, во многом инфраструктура доставки нефтегазовых ресурсов, она идет через Россию. Поэтому мы должны идти на компромисс с Россией. Но я считаю, что изначально было сделано правильно. То, что касается дальнейшего, что мы не поддерживаем то, что Россия. И тут, наверное, есть вопросы. Мне кажется, все-таки надо было идти дальше на продление этого договора. Ну вот в Азербайджане, который тоже находится в альянсе ОПЕК плюс, никакой паники на сегодня нет. Курс валют стабильный. Процитирую выдержку из местного СМИ. На снижение курса маната сегодня идти нельзя, но в долгосрочном тренде, если валюты основных партнеров Азербайджана по нефтяному экспорту России, Казахстана, Турции, Ирана и Грузии заметно снизятся, об ослаблении национальной валюты можно будет задуматься. То есть до конца года они намерены сдерживать курс маната. Вот наша зависимость от экономики России стала все-таки решающим моментом во всей этой ситуации. Здесь много факторов. Здесь во многом, конечно. В Азербайджане, тем не менее, нет, спокойно. Нет, видите, у Азербайджана экономика, она менее зависима от российской связи. Экономика, политика, они менее зависимы. Казахстан, он более зависим. Но с другой стороны, я вам так скажу, действительно, панике не надо подвергаться. Кстати, в основном панику сеют не простое население, а, мне кажется, многие руководители, когда с таким мрачным видом заявляют, мы не допустим, мы... Ну, просто, видите, за 30 лет мы видели разные многие ситуации, когда с таким очень умным видом заявляют. На самом деле, получается, что у многих нет плана, как говорится, плана на этот случай план А, нету плана Б. Вот это самое главное. Я просто не вижу, какие действия, пока не вижу, какие действия могут предотвратить эту ситуацию. К сожалению, последние два года правительство сделало акцент в основном на борьбу с инфляцией. И мы видим, что вот одна такая ситуация с нефтью, она всю эту борьбу с инфляцией, она поставила под большой жирный вопрос. Все равно население будет испытывать определенные трудности, и, естественно, она, конечно, сказывается на социальном положении, потому что уровень роста заработной платы, он будет ниже темпов инфляции. И вот эта та новая ставка, которую поставил Национальный банк, фактически поставил крест на том плане, который они предполагали. То есть на всех планах Национального банка. Ну вот вы говорите паника. Я понимаю, откуда эта паника. Все известны цифры, что наша экономика на 80% зависит от нефти, в то время как российская только на 30%. И сегодня же вот тот же самый вице-министр финансов Шолпанкулов говорил, что при цене нефти до 25 долларов это станет для нас критическим, и экспортная пошлина будет по нулям. Но вот какой период, по вашему мнению, нам можно будет прожить за счет средств нацфонда безболезненно? Я бы так бы сказал, за половину, которые вот не арестованы счета, плюс еще золотовалютные резервы, но я думаю, мы 3-4 года сможем протянуть на эти средства. Но я вам так скажу, точно такая же ситуация была в конце 90-х годов, когда баррель достигал цены 9-11 долларов, нам тоже предвещали о том, что мы скоро умрем, нам нечего будет платить, но, извините, мы выжили и как бы дальше развиваемся. Это, в принципе, я так скажу, я не хочу не нагнетать и не быть таким спокойным. Это нормальная, перманентная обстановка в экономике. Всегда есть цикличность определенная, 4 стадии экономического развития проходят. Естественно, мы эти стадии проходим в определенные периоды. Другой вопрос, что иногда неумное управление, она, конечно, усугубляет ситуацию. Надеюсь, что мы выплывем и в этой ситуации. Ну и сейчас главный вопрос, который волнует рядовых казахстанцев, как вся эта ситуация скажется на качестве жизни населения? Ну, я думаю, качество жизни, я был бы, наверное, не прав и, наверное, врал бы, что никак не скажется. Конечно, скажется, потому что инфляция подстегнет цены.
на первоочередные товары, потребительские и питание, естественно, качество жизни, конечно, ухудшится. Но я опять же хочу вернуться даже не к концу 90-х, а начало 92-х годов. Там ситуация была еще более тяжелая, но мы выжили, действительно развивались. Вы сейчас вспоминаете пустые прилавки во время... Нет, даже не то, что пустые прилавки, я вспоминаю деньги, на которые ничего нельзя было купить. Это раз. И второе, тогда люди вообще не имели представления, как выжить без государства. Потому что социальный патернализм, он был во всем обществе. Советский Союз, советское правительство, оно заботилось как бы о населении, ну, в кавычках, а в итоге получилось не и пустые полки, и самое главное, отсутствие работы. По крайней мере, сейчас у нас трудозанятого населения из 11 миллионов, ну, по статистике, 3,5 миллиона имеет постоянную работу, естественно, они будут получать доходы. Я думаю так, что... Кризис, это он для того и делается, для того, чтобы подстегнуть нас, и для того, чтобы мы ушли от той методики и того управления, которое было до этого времени. Нам нужно применять нетрадиционные методы. Для этого нам нужны люди, которые могут брать на себя ответственность, а не говорить о том, что все плохо, или у нас есть система ценоотсечения, или там резервов хватает. Резервов никогда много не бывает. Россия почему на этот шаг пошла? Потому что она накопила достаточные золотовалютные резервы. У них реальные 520, более, по-моему, полутриллиона долларов на счетах внутри страны. Внутри, не за пределами России. Соответственно, они чувствуют себя более-менее уверенно. Не зря же они стали крупнейшим покупателем золотых слитков последние вот 2-3 года и избавлялись от доллара. Нам тоже, мы тоже пошли по этому пути, но немножко, по-моему, достаточно поздно, немножко опаздываем. Но, я думаю, безвыходных ситуаций не бывает. Пока мы живы, здоровы, наверное, будем дальше идти. Но панику еще несла такая ситуация, что до сегодняшнего утра обменные пункты валюту не продавали совсем. И предлагаю сейчас послушать Елену Бахматову, главу Ассоциации финансистов Казахстана. Падение цен на нефть и другие сырьевые товары усиливает давление на инфляцию. По словам председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елены Бахмутовой, сейчас инфляция находится в пределах верхней границы. И несмотря на влияние коронавирусной инфекции на рост мировой экономики в январе-феврале этого года, ситуация на казахстанской экономике была стабильной. Шаги же Национального банка по повышению базовой ставки до 12% Елена Бахмутова называет очень своевременными мерами. В первую очередь нам необходимо мониторить ситуацию на внешних рынках. Во вторую очередь нам нужно сосредоточиться на внутренней стабилизации макроэкономической. И курс это всего лишь производная. Для того, чтобы не было шоков, Национальный банк может воспользоваться своим правом на интервенции. Но это третьестепенная ситуация. А в первую очередь нужно сосредоточиться на основных факторах, которые влияют на ситуацию. И чем все-таки вот сегодняшняя ситуация отличается от кризисов, которые уже были до этого? Ну, в принципе, она особо не отличается, я вам честно скажу, потому что, я говорю, опять же, мировая экономика развивается по своим экономическим законам. Это только, к сожалению, у нас в Казахстане пытаются сделать, что это что-то необычное, что это такое, которого никогда не было. На самом деле это нормальный процесс, и опять же скажу, что самое главное, чтобы наши люди, которые отвечают за сферу управления экономикой, они, по крайней мере, никогда не скидывали ответственность на мировой кризис, на коронавирус, на какие-то еще неадекватные действия, ну, в экономической ситуации, а чтобы брали ответственность на себя. Потому что экономика зависит исключительно от людей. Или вот я приведу такой простой пример. Сейчас очень модно стало среди наших экспертов, правительства, такое понятие. Надо, говорит, чтобы экономика развивалась, надо вкладывать человеческий капитал. Ну, нет, это вроде бы правильно. С другой стороны, извините, ну, получил человек образование за рубежом, возьмем, имеет какой-то опыт, приезжает сюда, а тут нет у него... среды, где бы, применения. Да, сферы применения. О каком-то тогда получается, что мы закапываем деньги, эти миллиарды долларов, которые заложили на образование по Балашаку, по другим программам. И человек, получается, он приходит сюда, на него потратили огромные деньги, он не находит здесь применения, он отсюда уезжает. То есть мы готовим специалисты для чужой экономики. Естественно, нам нужно ситуацию менять изнутри. Когда правительство и люди, которые ответственны за эту ситуацию, будут брать ответственность на себя и признавать свои ошибки,
поставки, тогда мы двинемся вперед. Сейчас я пока этого, к сожалению, не вижу. Ну вот вы говорите, что нынешний кризис не отличается от многих других, но вот обычно, когда происходит такой вот разброс с курсом валют, люди обычно бегут в магазины, скупают электронику. Что вы думаете, в первую очередь подорожает еще, и скажется ли это резко на цены на продукты? Нет, конечно, в первую очередь подорожает продукты. Даже дело не в том, что мы в основном импортируем продукты питания или продукты товара народного потребления. Здесь вопрос в том, что здесь определенный ажиотаж, есть законы экономики. Когда, опять же, я считаю себя, например, неомарксистом, когда Маркс говорил о том, что если при 100% дополнительной прибыли капиталист не остается перед чем, то наши бизнесмены, они то же самое. Они будут постараться максимизировать свою прибыль на ровном месте. Естественно, я считаю, что какие-то, да, особенности есть, но в целом кризисы, они не те же, потому что при кризисах всегда происходит одна ситуация. Богатый становится богаче, а бедный становится беднее. Эта ситуация точно такая же. Но при этом я хочу сказать, что многие, когда услышали, что подешевела нефть, решили, что следом за ним подешевеет и бензин. И предлагаю сейчас послушать комментарии моего коллеги, ведущего программы «Нефть» Олжаса Байдельдинова. При снижении цены на нефть стоимость бензина в Казахстане снижаться не будет. Более того, эксперт Олжас Байдельдинов прогнозирует удорожание топлива уже в ближайшее время. Средняя цена на 2 марта 2020 года, по данным сайта globalpetrolprices.com, в нашей стране составляла 174 тенге. Таким образом, при средней мировой цене в 412 тенге Казахстан входит в список стран с самым дешевым бензином, замыкая десятку первых. Отметим, что объем внутренней потребления в Казахстане составляет около 12-13 миллионов тонн нефти. То есть такое количество черного золота ежегодно перерабатывают отечественные НПЗ, получая светлые нефтепродукты. У нас на внутреннем рынке бензин недооценен вообще в принципе. То есть, опять-таки, если посмотреть на периметр по Казахстану, я вот об этом писал материал, бензиновый Бермудский треугольник, то у нас сейчас самые низкие цены в периметре вот всего СНГ. Там в России это сейчас цена 230-240 тенге за литр, в Кыргызстане примерно так же. Там страны южнее нас, у них всегда бензин был дороже. То есть у нас цены на бензин, они всегда были недооцененными. И еще одна ремарка небольшая к вот этому псевдооппозиционеру, который любит вот своими эфирами, заявлениями вот вводить в заблуждение. Я напомню, что буквально некоторое время назад он обещал нефтяникам, призывал их на митинги, обещал им зарплату в 3-5 тысяч долларов. На сегодняшний день, как мы видим, когда падает цена, там почти в два раза упала с начала года, да, интересно было бы услышать, он все еще обещает эти цифры или нет. Вместе с тем, эксперт затронул и тему сохранения накоплений казахстанцев в национальной валюте. Байдельдинов считает, что Национальному банку следовало бы разъяснить населению, что делать со своими вложениями в банках второго уровня. Национальному банку следовало выйти и просто сказать, что на сегодняшний день курс там 390. Если вы храните деньги в тенге под 10-12%, то через год ваша доходность примерно соответствует уровню там 440-450 тенге за доллар. То есть нет смысла перекладывать сейчас депозиты из тенге в доллары. Вот это все ждали от Национального банка. Простых слов, простых, понятных простому человеку, да, каких-то там цифр, заявлений и так далее. Этого не происходит, это очень жаль, потому что теряется время и усиливается паника. Ну, я думаю, все видели, как в мессенджерах, в Фейсбуке гуляли там различные мнения, эксперты там, и так далее. И это все нагнетало, естественно, панику. Хотелось бы услышать ваше мнение. Стоит ли все-таки перекладывать тенговые депозиты в валютные? Ну, это все зависит от человека, от его понимания. Я, например, считаю, что если, например, нам нужны деньги на краткосрочный период, да, так лучше оставлять тенге. Если на долгосрочный, наверное, все-таки в более с такой валюты, в более твердую валюту, которая, ну, по крайней мере, позволит не хотя бы не приобрести, но не потерять. С другой стороны, вот то, что касается, например, нефти, ценам на бензин. Здесь я бы сказал бы так, что у нас мы являемся странами ЕАЭС, в том числе с Россией. И, как известно, с 2025 года у нас должен быть общий рынок нефтепродуктов. И, соответственно, цены будут стремиться не к низкой цене, которая у нас, а будут стремиться к наиболее высокой цене. Это правило рынка. Естественно, наиболее высокая цена – это в России. Соответственно, цена на бензин будет расти. А бензин, это, ну, вообще бензин и горюче-смазочные материалы – это является системообразующим элементом в ценообразовании. Чем выше цена на этот материал, соответственно, выше доля на сам товар.
Ну вот один вывод, который я сегодня точно сделала, это то, что паника сегодня точно никому не нужна. Коронавирус и так создает свой какой-то такой неспокойный фон. И вот многие все-таки сказали, что развился самый худший сценарий из всех возможных сегодня. И ваши все-таки прогнозы на будущее и какие советы вы бы дали казахстанцам? Ну, я бы, во-первых, конечно, что это не самый худший, это я точно скажу. Самое главное, не было бы войны. Это, конечно, был бы большой негатив. На самом деле, совет такой, сохранять главное спокойствие. Я всегда говорил, например, в основной массе населения же нет огромных накоплений. Тратьте на себя. Вот я бы так рекомендовал. С другой стороны, сейчас коронавирус, он не позволяет даже съездить нормально отдохнуть. Но мне кажется, надо в первую очередь тратить на себя. Надо любить себя, надо заботиться о себе, надо помогать близким и, естественно, решать эти вопросы. То, что касается самого страшного кризиса, я думаю, самый страшный кризис, это был вообще, когда мы поменяли идеологию, опять же, возвращаясь с 1992 года, это был самый страшный кризис, когда мы были огромным, большим государством, который уважал весь мир, а оказались никому неизвестным на то время в Казахстане. Вот это было страшно. А теперь, я думаю, пережив кризис 92-го, 97-го, 99-го, 2007-го, 2012-го, ну сколько там еще много будет, мы и этот переживем кризис. Поэтому думаю, что вы самый позитивный экономист нашей страны. Я думаю, да, надо позитивно мыслить. Иначе для чего тогда мы работаем, для чего мы делаем? Каждый человек же хочет, чтобы его дети лучше жили, чем он сам. И, соответственно, я думаю, многие люди, я думаю, разделяют мое мнение. Поэтому всем позитива. Спасибо большое.